Мужчину вызволили из снежного заноса в Алматинской области. Его машина застряла на трассе у Шаралдустык. Сообщается, что он выехал, несмотря на то, что этот участок дороги закрыт с 10 утра. На место незамедлительно выехала оперативно-спасательная группа. По информации ДЧС, в медицинской помощи водитель не нуждался. Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от дальних поездок. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.